Не успели заехать в пригород Барнаула казенную заимку, и сразу нарушители. Инспектор ГИБДД остановил транспортное средство. За рулем мотороллера «Муравей» водитель без прав. Водительское удостоверение есть на любое транспортное средство? Нет. Нету? Вы отправляли? Сегодня? Да. На нарушителя составлен административный протокол. Ему грозит от 5 до 15 тысяч рублей штрафа. Это за отсутствие прав. Но водитель мотороллера к тому же отказался от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. А это ему грозит уже арестом от 10 до 15 суток. Тут же другой несовершеннолетний водитель и снова без водительских прав. Молодому человеку, так как ему 17 лет, составлен протокол, направлен на комиссию, где в ближайший вторник будет рассматриваться, то есть там штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Подобные рейды ГИБДД провело и в черте города. И здесь та же картина. Документов у водителя нет. В итоге транспорт подлежит эвакуации. С наступлением летнего периода, говорят инспекторы, двухколесного транспорта на дорогах становится в разы больше. Но их водители зачастую ведут себя беспечно, что приводит к трагедиям. Так, только в июне в ДТП с мототранспортом погиб один ребенок и двое молодых людей. Еще пятеро пострадали. Инспекторы настоятельно призывают молодых водителей соблюдать ПДД и быть внимательными. Мотоциклы, скутеры, мопеды – транспорт, управление которым сопряжено с особым риском. За ним стоит жизнь как собственная, так и других людей. Анастасия Бертенева, Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком.